же хорошо отдохнуть, полежать на диване. И не говори, Ань! Вы что, опять сидите? Сходили бы, погуляли на улицу, там такое солнце светит. Ня-ня, отстаньте, мы вчера целый день на ногах были. Да? Что-то я не помню. И что вы делали? Как что? Песню придумывали? Да, кстати, на 6 миллионов подписчиков у нас будет собственная песня. Поэтому все, кто смотрит это видео прямо сейчас, подписывайтесь. Но вы же ее придумывали лежа. Но мы все равно устали. Вы просто стали ленивыми и неспортивными и приросли к дивану. Эй! Вот и все. Эй, это вообще-то неправда. Да ни к чему мы не приросли. Что, нам нельзя посидеть, что ли? Вы и так всю жизнь просидите. А вот и нет, мы очень даже спортивные. Ну тогда докажите это. Да хотите, мы целую неделю садиться не будем вообще. Саш, ты что, с ума сошел? Неделю? Смело. Ну это я так, гипотетически. Нет, ну почему же? Если у вас это получится, няня даже подарит $1000 победителю. Мне как раз хватит на новый 15 айфон. Стоп, почему это тебе? Выиграю это я же парень. И что? Девчонки более выносливые и умные. Да я вообще легко справлюсь с этим челленджем. Тогда я объявляю с сегодняшнего дня челлендж. Вам нельзя сидеть, лежать, присаживаться, прикладываться, только стоять, бегать или ходить. Я не сижу. Неделю легкотня. Конечно, легко, ведь только 2 минуты прошло, а я вот уже в туалет хочу. Ну так сходи, в чем проблема? Интересно, и как ты себе это представляешь? А, точно. Ну, придумай что-нибудь. Ты же сама сказал, девочки умные и выносливые. Я умная. Я сейчас что-нибудь придумаю. Ну и что мне делать? С какой стороны лучше встать, чтобы было удобно? Так ты садись, и $1000 моя. Еще чего? Дверь закрой. Ладно, няня сказала целую неделю стоять. Но это же не значит, что я не могу играть. Ах, красота. Нет, я не сел. Фу, вовремя вспомнил. Лучше отодвину стул подальше. Фу, чтобы не соблазнял меня. Играть стоя придется. Ничего себе, я, кстати, такого еще не пробовал. Ладно, погнали. Вперед к приключениям. Так, что мне там надо было сделать? Вот, сходить сюда и выполнить, наверное, вот это задание. Блин, скажу вам честно, играть стоя очень непривычно и вообще неудобно. Так и тянет сесть на свой любимый стульчик. Ну ладно, я не сдамся, Аня. Буду играть так, подумаешь, стоя неделю. Так, а что это мы тут делаем? Ничего запрещенного. Играть вы не запрещали. Стоять я стою, так что не надо тут. Неудобно, конечно, но что делать, я выкручиваюсь. Ну ладно, не вздумайте меня обмануть, у меня тут везде камеры стоят. Ну теперь понятно, откуда вы знаете, что мы делаем. Кошмар. Фух, с туалетом я как-то справилась. А самое время посмотреть телевизор. Ага, я все вижу. Няня, я не села. Ладно, 20 сантиметров есть. А я уж думала, в первый день провалишься. Няня, вы меня плохо знаете. Я вообще-то не сдаюсь никогда. Я за вами слежу. О, смотреть телевизор стоя совершенно неудобно. Куда бы так прислониться, чтобы спина-то не болела? Или размяться, что ли? А я вам говорила, будет очень сложно. Няня, вы что, специально? Угу. Я ж тоже не хочу вам отдавать свою $1000. Только первый день, а я уже так устала, у меня уже все тело ноет. Ань, это не первый день, сейчас только первый час идет. Дайте хоть чипсов. Стоя не так приятно есть, правда? Присядь. Ага, очень смешно. Я справлюсь. Тем более, вон, видео какое интересное, мое любимое про психушку. Кто ж там хейтер все-таки, а? Мне периодически кажется, что это вы. Я? Вы же прекрасно знаете, я не могу быть хейтером. Почему это? Вы нас так
пушите! Я вас не пушу, я вас тренирую. Это все от большой любви. Нет, я с утра решила заняться действительно важными делами. Мне как раз пришли новые шарики Миниверс. Внутри них мини-версия блюд и напитков, которые можно приготовить самим. Но есть их нельзя. Давайте скорее смотреть, что попалось мне. Начну с розового шарика из коллекции «Закусочная». Внутри меня ждет одно из 18 блюд. Например, авокадо-тост или клубничный милкшейк. Не терпится узнать, что здесь у меня. Первое – это вот такой белый столик. Интересно, какое блюдо в этих пакетиках? Крошечный мини-хлеб. И приборы для того, чтобы это все приготовить. Вау, вы только посмотрите! Выглядит как настоящая мини-еда, но есть их нельзя. Чтобы мои тостики застыли, нужно поставить их под УФ-лампу, ну, либо на полтора дня под солнышко. Кстати, вот такие рецепты мне могли попасться. Честно, я хочу посмотреть, как выглядят все. Да это ж чудо какое-то! У меня еще есть два шарика из серии кафе. Саш, давай на перегонки, кто быстрее приготовит свое мини-блюдо. А давай! В качестве стола можно использовать половинку шарика. Похоже, что у меня десерт, и это ванильные мини-пирожные. А у меня, кажись, хот-доги! Я их просто обожаю! На каждое из мини-пирожных наносим крем. И украшаем цветочками. Булочка, сосиска, а сверху горчичка. Настоящий хот-дог, и он уже готов! Ух ты! Просто нереально похоже на настоящую еду. Сразу захотелось кушать. Жаль, что они несъедобные. Ну и, конечно, удобнее всего готовить свои мини-кулинарные шедевры на мини-верс-кухне с работающей духовкой. Это вообще шок! Можно еще приготовить столько игрушечных версий мини-еды по рецептам мини-верс и собрать целую коллекцию. Только посмотрите, какие классные мини-варежки-прихватки. В комплекте три уникальных мини-рецепта. Первый – это пончики. Ох, сладенькое я очень люблю. Теперь кладем в печку и ждем 5 минут. Ух ты, огонечек погас, пончики готовы. Второе блюдо – это клубничный милкшейк. Его можно поставить в холодильник, который располагается внизу. Если желтый цвет интерьера тебе наскучил, можно сменить его на розовый. Так вообще, классно смотрится! Итак, я срочно должна придумать, как я проведу эту ночь. Я ведь сегодня особо ничего не делала, но все равно хочется спать, особенно лечь. Аня, а у меня как раз есть идея. Вот скотч, давай помоги мне. Надо примотать меня к двери. К двери? Это еще зачем? Ну как зачем? Если я буду примотан, я точно не смогу лечь. Так что давай, и это, помогай. Капец, конечно, челлендж сложный. Но ничего не поделаешь. Давай, давай, давай. Я сдаваться не планирую. Ай, аккуратнее, волосы. Чувствую себя как будто на электрическом стуле. Так, и вот здесь тоже. А то я боюсь, что я оторвусь. Главное не упасть. Давай. Голова плохо держится. Давай еще один слой.
слишком много разговариваешь. Ладно, всем спокойной ночи, я спать, надеюсь, не упаду. Саша мне подал очень хорошую идею, но я устрою себе спальное место намного комфортней. Постелю коврик, чтоб ножки не замерзли, и возьму вертикального кота, он послужит мне мягенькой подушкой. Ну а чтобы он держался, я его приклею, точно так же, как я только что приклеила Сашу. Возьму пледик. Спокойной ночи, Саш. Спокойной ночи. Чуть не лег. Доброе утро всем. Надеюсь, вы все уже лежите. Ай, ничего мы не лежим. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я еще никогда так не уставала. Капец, я ночью чуть не упал. Ань, ты слишком плохо меня приклеила. Так я специально плохо клеила. Хотела, чтобы ты лег. На второй день ты точно сдашься. Если честно, я думала, что вы сдадитесь гораздо раньше. Ну, значит, самое время пойти погулять. Не будете ли вы всю неделю сидеть, точнее, стоять дома? Ой, как же хорошо на улице гулять. Вот, а я вам всегда говорю об этом. Смотрите, это же наша любимая лавочка. Мы на ней всегда сидели, разговаривали о важном, пили кофе в конце концов. Отличная идея, давайте попьем кофе. Точно, сейчас схожу, а то я без кофе, наверное, скоро усну. Угощайтесь, няня, это вам. На миндальном молоке, так, это мне. А это, Анечка, тебе. Какая приятная погода, осень. Чтобы насладиться, чашечка ароматного капучино. Ну и, конечно же, посидеть на лавочке. А, да, посидеть. Удобно вам, наверное. Очень удобно, я на вашем месте присоединилась. Ой, спасибо, няня. А то ноги уже не держат. Саша, ты что? Ой, блин, забыл. Эх, сорвалось! Было очень близко. Аня, няня нас намеренно топит. Саш, естественно, она не хочет деньги отдавать. Ничего, няня, вы нас всеми этими штучками не проймете. Может быть, съездим в ТЦ? О, отличная идея. Ну что, поехали на машине? Как сидеть-то нельзя? Думала, ты не догадаешься. Ну, вы можете попробовать поехать стоя. Стоя? Сейчас попробую. Ой, так, это я так стою. Так, а рулить-то как? А на педали жать? Подождите, я вообще не той стороной. Ребята, сейчас, подождите, передом попробую. О, нет, на педали не получается достать. Ань, не хочу тебя расстраивать, но кажется, единственное место, где мы можем стоять, это автобус. Нет, в принципе, вы еще можете проделать люк в машине, встать в ней и ехать вот так вот. Ну, либо взять ее с собой на руки. Много вариантов в целом. Спасибо, няня! Лучше подскажите, где здесь автобусная остановка? Ну вот я и заставила вас, блогера, ехать на автобусе. Вот там вот. Так, мы на остановке, и что? Когда автобус-то приедет? Ну надо подождать, это же вам не такси. Вы вообще когда последний раз ездили на автобусе? Я последний раз, наверное, в школе. Ох, ясно. Вон там расписание висит. О, Саш, смотри, здесь написано, во сколько приедет автобус. О, как удобно, можно ехать бесплатно. В смысле бесплатно? Вот здесь платить. И что надо делать? Здесь ничего не срабатывает. Не переживайте, я за вас заплачу. Потом вычту из вашей тысячи. О! Наша остановка. Мне даже понравилось, только жарковато. Все, няня, пойдемте в ТЦ. Мне кажется, нужна еще одна порция кофе после такого стресса. Присесть не хотите? Конечно, хотим. Но я еще вообще-то помню, что нам садиться нельзя. Ну и зря. Неужели они смогут продержаться целую неделю? Ну хоть поедим вкусно. Хорошо, что у нас не 7 дней без еды. Согласен. И этот челлендж я бы точно не пережил. Саш, нам нужно взять то, что будет удобно есть стоя. Или ты хочешь присесть? Разумеется, хочу. Я больше суток уже не сидел. Но я все помню. Так что погнали, возьмем чего-нибудь. Я, пожалуй, возьму ролл. Его очень удобно есть стоя. А еще можно взять картошечку фри.
Так, Анют, Малют, ты тоже набрала себе еды, я себе взял блинчик с икрой и супчик. Супчик? Как ты его стоя планируешь есть? Как-как? С кайфом. Ну вот, смотри. Тут, кстати, смотри, специальные стойки есть. Можно кушать стоя. Это, может быть, специально для челленджа кто-то придумал? Ну, попробуем мой суп. Честно говоря, очень непривычно есть стоя. Такое ощущение, что я как будто в поезде ем. Очень хочется присесть. А супчик вкусный. А я специально заранее подумала, что удобнее всего будет есть такую еду, которая не будет просыпаться. Вот, это вот такой ролл. А еще у меня есть вот такой блинчик. Так, где мои приборы? С красной икрой. Вкусно. А что это вдруг? Ты решил взять такую полезную еду? Ну, вообще-то я решил схитрить. После посуды, которую ты взяла, всегда хочется спать. А вот после полезной еды нет. Да? Да, кушай, кушай. Так у меня больше шансов поиграть. Кстати, еще рекомендуют пить чистую воду. А у тебя что, кола? А я вообще ничего не взяла. Ну и зря. Из-за отсутствия жидкости тоже захочешь спать. Чувствую, это будет легкая победа. Еще чего, я это все съем и ни разу не захочу спать. Ну уж точно захочешь сесть после такой тяжелой еды. А я, пожалуй, вот свои блинчики поем. Очень вкусно. Фу, Ань, ну ты как, держишься? Да, держусь. Но у меня так сильно ноги уже болят. Просто невероятно. Да, у меня, честно говоря, тоже ноги уже просто зудят. И спать хочется. Хочется их вообще-то размять. Ой, ты не сейчас знаешь какие-нибудь методики? Не знаю, сейчас бы ванну горячую, да? О, точно. И полежать. В нее лечь и расслабиться. Да, было бы круто. Но лежать нельзя. А ты, кстати, можешь лечь. Я с удовольствием выиграю. Быстро. Размечтался, знай, я не сдамся. О, дай хоть на стол вот так облокочусь. О, вот так вот, кстати, очень хорошо. Ух ты, как хорошо. Мои ноги. А я просто обопрусь на лавочку. Фух, хорошо. Ножки мои, ножки. Давайте, давайте. Все хорошо будет. Нам еще не время сдаваться. Да что вы мучаетесь? Уже бы давным-давно сдались бы и уже прилегли, посидели, облокотились на спинку. Ань, тебе не кажется? Ну, по-моему, няня заснула. Ага. Я не сплю. Даже не надейтесь. Ну вот, блин, я думал, хоть присяду куда-нибудь. Не знаю, как ты, Ань, но я так жутко устал и планирую спать. А стулья тебе зачем? Ты забыл, что садиться нельзя, а ложиться тем более? Ты знаешь, это философский вопрос. Я ложиться и садиться не собираюсь. Я собираюсь висеть. Чего? Это как? Вот именно. У меня тот же самый вопрос. А вот смотрите. Ноги кладем вот сюда. Вот так вот. Опа! Руки сюда. Видите? Я как бы не лежу, я вешу. Няня, это вообще по правилам? Ну, если он планирует в этой позе выспаться, то я не против. Не отрицайте, что я гений. Спокойной ночи всем. Няня, это нечестно. Да чего ты переживаешь? Он скоро упадет с этих стульев, и ты выиграешь. Не дождетесь. Ладно, тогда я буду спать в ванной. Потому что чисто технически я буду плыть, а не лежать. Итак, заходим в нашу спаленку. Прямо в воду. Раз, два, три. Хорошо хоть тепленькую набрала. Так, я уже прилично так в водичке-то стою. Ладно, всем спокойной ночи. Я не ложусь, я буду плыть всю ночь. Так, чтобы помягче было. Опа! Ух, еле касаюсь попой воды. Вот так. Раз. Два. Между мной и дном целое огромное расстояние, что даже руки пролезают. Спокойной ночи. Ну, вы блогеры, конечно, напридумывали. А что? Все нормально. Мое тело на весу и плывет. Фух, где я? А, плыву. Все нормально. Доброе утро! Подъем! Подъем! Что сразу подъем? Я не лежала, я плыла.
Может, уже пора сдаться? Это переходит все границы. Вы просто не знаете, с кем связались. Моя подушечка совсем утонула. Ну, раз вы не хотите сдаваться, значит, будете выполнять задания. Сложные. Кто не справится, тот выбывает из челленджа. Офигенно, я и так себя еле живым чувствую. У меня ноги просто ватные. Ну, значит, выполнить мои задания вам будет в два раза сложнее. Няня, вы еще не поняли? Мы не сдаемся. Итак, вам нужно будет надеть эти штаны, не сгибая ног. Ну, естественно, вам по-прежнему нельзя ни садиться, ни ложиться. Интересно, и как мы это сделаем? Это же вообще нереально. Надеть штаны, не сгибая ног. Ты вообще представляешь, как это сделать? Нет, не очень, но я предпочитаю думать быстрее. Ну что, готова? Да. На старт. Внимание. Марш. Так, ничего себе. Одна штанина есть. Кажется, я одела. Я одела. Да, я раз не согнула ноги. Подержи меня, подержи. А что это я тебе помогаю? Сам держись. Подержи, подержи. Подержи, говорю. Что вы на меня все так смотрите? Я не лежу, я стою на одной ноге. Это брейкданс такой. Сейчас. Да это просто нереально. Как ты это сделала? Я не могу. Ладно, я тебе помогу. Давай. Давай, конечно, Ань. Это челлендж нечестный был, потому что он для девочек. Девочки гибкие, а мальчики не гибкие. Сейчас я не встаю. Я просто меняю немножечко это... Ну, состояние. Все, готово. Отличная командная работа, ребята. Не знаю, не знаю, чем ты, конечно, ему помогла. Могла бы выиграть 1000 долларов. Но дело твое. О, в моменте мне его так жалко стало. Уверена, что он бы мне тоже помог. Нет, я выиграть хочу. Челлендж есть челлендж. Ах так? В следующем челлендже от меня помощи не дождешься. Ну что же, а следующий конкурс стал уже настоящей классикой. Попасть карандашом в бутылку. Так, побольше. Няня, это на свадьбах делали 20 лет назад, вы издеваетесь? Так а няне сколько лет? Я не знаю, сколько вам лет, но это какое-то адское старье. А ноги нельзя сгибать? Ноги ни в коем случае нельзя сгибать. Поэтому, ну и садиться и ложиться, конечно же, тоже. Поэтому вам нужно как-то приловчиться, приноровиться и все-таки попасть карандашом в бутылку. А что будет у того, кто сделает это первым? Тому мы сократим челлендж на один день. Это буду я. Нет, это буду я. Смотри. Ну что, приготовились? На старт. Внимание, марш! Пять. Все. Давай. Я близок. Я тоже. Попадай. Как сложно. Так. Чуть-чуть. Ноги больно. Мне нужна передышка. Профессионал. Ты что сделал? Изи что? Видели? Мне сейчас, правда, ноги треснут, но попадание засчитайте мне. Эй, как ты это вообще успел? Просто я всегда на свадьбах в этом челлендже выигрываю. А сам говорил, что челлендж старье. Я так говорил, чтобы ни у кого не было подозрений, что я профессионал. И что, Саша, теперь нужно стоять на один день меньше, чем мне? Все верно. Победа! А я спать к двери. По моему опыту, так удобней. Доброе утро. Кофе заварено. О, чудесно. Какие планы на сегодняшний день? Стоячие. Честно говоря, я уже начинаю сходить с ума. Рановато ты. У меня сегодня второе дыхание. Не знаю, какое у тебя там второе дыхание. Я уже ног своих не чувствую. Именно поэтому мы сейчас займемся зарядкой для ваших ног. Няня, как вы попадаете к нам домой? У вас что, ключи есть? Пожалуй, это останется моим секретом. Допиваю кофе и идем делать зарядку. Что? Готовы? Готовы! Нет. У меня же второе дыхание, так что погнали! У меня никакого дыхания. Что делать? Приседаем 250 раз. В смысле? А нельзя же приседать? Да. Под присмотром няни можно. Поехали! 250 раз это какая-то дурка. Я вообще не уверен, что столько присяду. Так, не болтаем. Ладно. Раз. Быстрее. Два. Да, еще. 5, 7. Отлично. Молодцы. Давайте, только 20 раз присели, впереди еще 230. Что-то мне подсказывает, что после этого челленджа я упаду. Приседаем.
Ну, сдаетесь? Идите, прилягте на диван. Он такой удобный, мягкий. Саш, я вот держусь на одной ниточке в полшажка от того, чтобы просто завалиться на этот чертов диван. Аня, она специально так делает. Держись, мы сильнее усталости. Но я так хочу полежать. Не понимаю вас. Вот я абсолютно не хочу. Ладно, я пошла. Только не вздумайте прилечь. Помните, я слежу за вами по камерам. Ой, как же я устала! Слушай, если честно, мне кажется, няня привирает. Ну какие камеры? Где и когда, главное, она могла их установить? Может, забьем на это все? Ляжем спать? Неплохой план. В смысле неплохой? Он просто гениальный. А в конце мы ей скажем, что целый день стояли. Да, а приз поделим пополам. Ну что? На счет три. Раз. Два. Три. Да, мои ноженьки, они расслабились. Какой я прям... Моя кроватка! Обожаю! Ой, как хорошо! Ой, мягкая! На, сделай мне массаж пяток! Какой же кайф полежать, скажи! Как же круто, что ты до этого догадался! Да, Саш, ты молодец! Няня точно не догадается, что мы смухлевали! Конечно! Какие камеры? Где она могла их тут установить? Бред какой-то! Ой, предлагаю сегодня целый день спать! Да, только надо поставить будильник, чтобы когда няня утро придет, мы уже встали, и она ни о чем не догадалась. Спокойной ночи, Ань. Будем спать так всю оставшуюся неделю. Аня, встаем! Будильник! Уже 8 утра! Няня придет через 10 минут! Быстрее! Доброе утро! Хорошо поспали? Стоя. Да, няня, мы всю ночь спали. И стояли, самое главное, вы не думайте. То есть хотите сказать, что прям ни на секундочку не прикладывались? Нет. А ты, Саша? А что вы так на меня зыркаете? Разве могу я вам, няне, святой женщине, соврать? Конечно, нет. Ладно, чем сегодня займемся? Мы полны сил. Я думаю, сегодня нам... нужно будет устроить челлендж «Неделю без вранья». Саша, нас, кажется, раскусили. Не-не-не, это развод чистой воды. Да ладно тебе, да посмотри на нее, точно все знает. Няня, что случилось? Почему вы как так загадками говорите? Вы что думаете, я такая глупая? Да даже намека не было! Няня, ну что, скажите что? Не надо так смотреть на нас. Вот запись со вчерашней ночи. И что, а там ничего нету, черный экран. Плей забыла нажать. А я тебе говорила, что идея плохая. А что ж ты тогда на нее согласилась? Обманывать няню. Стыдно. Няня, ну простите, это был нереально сложный челлендж. Ну а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой канал и на все мои соцсети. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.